Камон, амигос, сегодня с вами Вакот, и мы играем в Space Engineers, и сегодня у нас миссия по... ладно, давайте уже по порядку. Во-первых, на нашем корабле я поменял один из пулеметов на вот такую вот трубку, для этого возможности присоединения к другим аппаратам-агрегатам. Также, ребятки, я все-таки потратил большинство, почти все наши ресурсы на постройку вот той фигнюшки. Кстати, мне не хватило этих ресурсов, которые у нас были, потому что там надо было еще трубы большие, ну, которых, на которых у нас нету железа. Мне приходилось все равно бегать вот туда. Бегать. На самом деле летать, конечно же, на этом аппарате. И, конечно же, меня там здорово так покоцали. Но суть в том, что все-таки... Мы выжили и достроили. Вот тут, как обычно, кораблик, блин, надо чинить. Так, 7. Давайте мы его... Это я не помню, уже столько его нацарапал, что даже стыдно. Тут я, он стоит на краю не просто так, потому что я над этой турелью... Эта турель прикрывает нижние с этой стороны. Потому что у меня уже эти маленькие шестиногие твари начали грызть, скажем так, этот пол. Кстати, для информации, у пауков не 6, а 8 ног. В игре то, что у нас здесь есть, это не пауки. Это жуки, но не пауки. Потому что у пауков, как я уже сказал, 8 лапочек. А у этих только 6. Да, небольшая биология. Так, ну что ж. Давайте же попробуем все-таки отправиться копать. Я, понятное дело, понимаю, что просто так он копать не сможет. Ну, как вниз, вверх. Эти буры... А, да, вы же не видели. Я поставил мод на буры. Это почему я так говорю? Потому что я уже записывал один раз, и серия, ну, скажем так, немного не крашнулась. А... Ну, получилось крайне скучно, поэтому я не выкладывал. Ну, собственно, это та серия, где я все это делал. Так... Ух, какие лагулечки. Лагуна. Так, давайте же найдем ресики. Ресурчулечки. Подлетим. Ну, наверное, придется все-таки... Ну, давайте все-таки камни попробуем вот эти побурить. В них-то точно что-то есть. Если вы думаете, что эти буры типа имба, не имба, они бурят как... Как по мне, я не уверен в этом, но как по мне, они бурят медленнее. Ну, действительно медленнее, чем те, которые у нас были. Но, суть не в том, что они дают большую площадь. И более твердые. Ну, скажем так, они не ломаются, как то говно, которое у меня было до этого. Ну, они ломаются, в любом случае, все ломается. Но ломаются чуть-чуть хуже, чем обычные. Так, мне тут говорили, что, мол, Вакот, ты такое дно, дебил, днище, и не знаешь, что вот в этих камнях все ресурсы внутри. Ну, понимаете, может быть-то я и не знаю, но смотрите, мой ресурс, как поиск, как эта штука называется? Детектор ресурсов, боже, забыл, как называется эта штука. Детектор ресурсов тоже не видит там ничего полезного. Я, конечно, может, я не эксперт, может, дурачок. Да, я поставил тут 3 пулемета по бокам. Ну, обычного пулемета. Не пулеметы, а именно автоматы. Автоматические винтовки. Стационарные, скажем так. Потому что это не похоже на гатлинг пулемет. Да! Ресурсы внутри! Вакот и дно! Вакот, ну ты днище! Ресурсы внутри! Конечно, я ж не спорю. Вот они. Угу, какие ресурсы. Ребят, ну вы прям помогли мне, серьезно. Эксперты. Мы уже почти вышли. Столько ресурсов накопали. Хорошо пошло. Прям даже не знаю, столько всего из него сможем построить. Ну уже, ну. Ладно, давайте сделаем так. Да, ресурсов, конечно, немало. Немаленько ресурсов.
Лох. Ну что же, ладно, летим тогда на какое-то пятно, и там уже будем пытаться найти ресурсы. Кстати, нужно было бы пулемет еще и снизу поставить, но... Ну уж ладно. Ух, когда летишь, она так мило глючит. Никель есть. Железо. О, слушайте, нам сюда. Но, ребятки, я придумал новый способ бурения. Точнее, не просто горизонтально вниз, а чтобы было нам легче. Немножко длиннее способ, но, в принципе, более, скажем так, умный. Бурить под углом. Это даст нам возможность заезжать сюда и на колесной технике, и выходить оттуда пешком, если мы совсем уже... там, разобьемся или что угодно мы сможем сделать, мы сможем выйти пешочком. Это будет удобно, легко и... Твою мать. Я так понимаю, боковые пулеметы не рубить. Ну ладно. Дерзкий. Да, что боковые пулеметы не работают, непонятно почему. Ну, ладно, это дело такое, опять-таки. Так, ну что ж, где мы остановились? Ладно, давайте я немножко пробурю, чтобы не было так скучно. На самом деле эти буры намного более эффективны. Вот смотрите, я сейчас специально поставил дополнительную камеру, чтобы вы видели, как они бурят. Но на самом деле эти буры, если поставить большой стационарный, он типа там чуть ли не 6 блоков на 6 блоков, он за один раз выкапывает больше, чем я вот на этой штуке за час выкопаю. То есть как за один раз? За один просто чуть ли не оборот. Поэтому я думаю, что нам со временем для того, чтобы добывать лед, нужно будет на базе поставить такой стационарный бур. Потом, скорее всего, сделаю горизонтальным его. Не вертикальным вниз, а типа в бок, в ледник. То есть у нас же там рядом с нами ледник есть. Этот ледник классная штука. Ну, видите, получается. Давайте попробуем из кабинки поснимать. Оп. Ну, тут, конечно, обзорчик не особки, но все же лучше, чем без обзора вовсе. Знаете, типа вертикальные видео. Да. Ладно, давайте еще побурю и немножко скипну. Ну что ж, компадры, мы вроде бы... Так, там какая-то явно нехорошая вещь творится. Походу паучки за мной лезут. Но я не могу посмотреть назад. Кстати, надо камеру будет пихнуть назад, а то и правда опасно. И вот мы достали до железа или камня, я не знаю. Давайте посмотрим, что же это такое. Это никель. Это никель, отлично. Вот, у нас тут есть никель. Вот. Теперь у нас есть куча льда и никеля. Что может быть лучше, чем лед и никель? Конечно же. Вершина, вершина, ребята, эволюции, вершина эволюции радости. Так. Так, ну что ж, в принципе, тут мы докопались. Да, наверное, все-таки задом опасно вылетать, поэтому, конечно, надо было бы... О, уже что-то цепанул. Да, ребятулечки, нужно. Камеру заднюю просто обязательно ставить. Ну, хотя, блин, смотрите, даже не поцарапались. Эти щитки очень сильно помогают. Да, отлично. И давайте сейчас выйдем, поставим, чтобы эта штука нас прикрывала. Там еще патроны есть хоть? Да, еще патронов туча. Туча и маленькая тележка. Так, ну что ж, давайте. Что-то тебе не нравится?
я не понял. Тебе что-то не нравится? То есть он не хочет цепляться, смотрите. Какой вредный. А, типа в бурах весь этот? Ну почему ты в бурах? Пока вмещается. Слушайте, что-то я немножко, короче, в бурах места больше, чем вот в нем, чем в двух контейнерах. Я два контейнера забил. Ну что-то мне это не очень нравится. Ну ладно, давайте же посмотрим, как это выглядит. Ну да, тут, конечно, я немножко сделал не так красиво, но в принципе, если немножко почистить, то тут будет отличная шахта. Действительно настоящая шахта. Как у людей, а не как у идиотов. Так, это без этой просто фигню говорю, поэтому не думайте, это никого идиотом не называл. Это просто нужно было что-то сказать, я сказал какую-то хрень. Так, ну что ж, в принципе, теперь мы можем отцепляться и взлетать. Ух, он тяжело идет. Ух, тяжело теперь идет. Да, идет он, конечно, тяжко. Но, в принципе, всего хватает. Да, нормально. Отличный бурильщик получился. Да и мод хороший. Ну, мне, по крайней мере, нравится. Да, да, пожалуй, классно. Хм, даже не ожидал, на самом деле. Думал, будет похуже. Но... Да, прикольно. Сюда. И теперь попробуем пристыковаться и ничего не сломать. Да, задняя камера просто must have. Надо будет потом поставить. Нет, промахнулся. А теперь ниже, ниже. Правее. Назад. Ух, ничего себе, ошиблись немножко. Вуаля. Теперь смотрим и плачем. Так. Что-то оно не перетаскивается. Походу мы перебурили. Ну, ладно. Ой-ой, нет, и никто. Я. Паучки. Джигурдочки. Ну ладно, походу, в принципе, оно все переработается. Конечно, было бы лучше, если бы это были гремучие змеи. А, о чем это я? А, надо, в чем проблема? Почему оно не переводится? Потому что у нас не хватает, банально не хватает места. Да и рефайнера не хватает. Поэтому я вам сейчас предлагаю попробовать построить рефайнери. Уже на нашей базе. На нашей новой базе. Так. Я до сих пор не особо определился, как будет выглядеть наша база, поэтому... Серьезно, не знаю. Давайте как-нибудь рефайнер-то впихнем. А там уже посмотрим. Если что, переставить всегда можно. Вот так, наверное, да? Да, пожалуй, рефайнер здесь будет нормально выглядеть. Или нет? Нет, не будет. Блин, мне не нравится. Надо как-то по-другому. Но, в принципе, давайте мы тогда разберем. Так, вот. Кстати, вроде мне говорили судари. Как там?
Мустанг, ну, собственно, не Мустанг, а Феникс, мне говорил, что они хотят как-нибудь ко мне потом прилететь. Не знаю, что они имели в виду, но... Так, немножко глюканула игра и вылетела. Ну, ничего страшного. Даже не знаю, на чем мы закончили, но я, по крайней мере, хотел строить рефайнери. Я решил, что все-таки так будет его строить намного легче. Ну и правда, так же легче. Так. Так. Давайте же мы его попробуем сразу же и запаять. Правда, запаять? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Так, Ctrl-G. Интересно, хватит ресурсов или нет? О, да, есть. А ну тогда давайте реактор запаяем. И на реактор хватило. О, да. Так, ладно. Хорошо. Один рефайнер у нас есть. Этого, конечно же, будет недостаточно. Нужно как минимум еще два. Но, по крайней мере, у нас теперь есть он. Сейчас давайте попробуем поставить ассемблер. Не знаю, хватит ли нам на него ресурсов. Хотя зачем нам сейчас ассемблер? Давайте лучше построим переработчик руды. Вот, гравел экстрактор. Так, куда мне его так поставить, чтобы он не особо мешался здесь. Так, а это тогда можно, наверное, спилить. Нам тут такой крутой этот не нужен. То есть он на этом держался, да? Жаль. Или он держится? Не, не держится. Это плохо. Конечно же, это плохо, но это не смертельно. Конечно же, это не смертельно. Сейчас мы все сделаем. Так, Ctrl-G. Давайте, наверное, 5 обычные блоки. Сколько вот там цвета? Ctrl-P. И ставим сюда вот такие вот обычненькие блоки. Блоки у обыкновенникус. Так. Теперь. Или знаете что? Тут, наверное, даже рациональнее было поставить блоки вот сюда. А здесь продолжить в ту сторону. Да. Именно так. Я сейчас, смотрите, что сделаю. Сломаю бур. Вот так, так и было запланировано. Серьезно, я так и хотел. Именно это я и хотел сделать. Не, вы сейчас посмотрите, думаете, вы, кот, ты шутишь? Нет, я так и хотел. Вот. Это был намеренный акт вандализма, потому что, типа, он не мешал, он загораживал вид, и у меня нет водорода. Ну что ж, тогда нам придется прыгать. Да. Да, ребятки, у меня получилось. Ну что ж. А, вот они. Ну хорошо, пусть отдыхают маленькие. Они, наверное, устали. Хотят спадки. Нравится звук. Чук-чук-чук-чук-чук-чук. Так, ну что ж, давайте поставим сюда все-таки рефайнери. Раз мы уже до этого дошли. Так, 8. 8. Вот так вот. Будет у нас рефайнери стоять. Да, пожалуй, так и будет. Теперь давайте же попробуем их допаять. Сейчас, наверное, уже на них ресурсов таки не хватит. Но хоть попробуем. Не, хватило, удивительно. А на второй? На второй лососник от этого, да?
Ясно, я вас понял. Я вас понял, сударь. Я вас понял. Ну что ж, хорошо. У нас есть два рефайнера и есть реактор. Кстати, насчет реактора. Я помню, я приносил сюда уран. Давайте попробуем уран забабахать. Так, вот уран. О, у меня еще пластинки есть. Все. It's alive. Наконец-то. Наконец-то. Так, кстати, раз такое уже... Такая пьянка идет. Надо как-то соединить вот этот контейнер с системой. Так, тут у нас вход. По идее, тут ничего не должно быть. Тут будет стенка. А вот здесь уже можно прокладывать что-то более полезное. К примеру, можно поставить сюда этот ассемблер. Ассемблер поставить таким образом, чтобы он был параллельно конвейерам. То есть контейнерам. Ну да, конвейерам. Все правильно. Да что за дерьмо? Да, будет, конечно, не супер кайф и не супер красиво, но зато будет работать. А это сейчас главное. Угу, тут типа уже иди нафиг. Я понял. Вот как с вами разговаривать. Сделай тебе добро, а ты уже сразу мутки мутишь. Так не подойдет. Средний грузовой контейнер. Странно, а зачем ему там эти? Ну, ладно, это мы опять-таки потом узнаем. Дурак. Ну, я дурак, боже. Ай, ладно. Давайте попробуем запаять его. Ах, да, у меня ж водорода нет. Лох. Лох, лох, лох. Так, ладно, сделаем по-нашенски. Есть. Ну, давайте теперь взлетим, попробуем. Ну, и, наверное, будем потихоньку закругляться, потому что, ну, как бы, я думаю, сейчас тут уже нужно делать больше стройки. А вы стройку не любите, и я это знаю. Но, к сожалению, эта игра, по сути, есть одна большая стройка. Поэтому тяжело угодить зрителю. Кстати, можем сделать так. О, тут тоже можно открыть. Это же идеально просто. Все. Пусть оно перерабатывается. Ну, типа, нет места там уже. Я понял. Не дурак. Ну что ж, хорошо, ребятки, уже как раз потемнело. И опять моя ночная стройка. Ну что ж, если хотите, в принципе, стройки, то пишите, я с удовольствием с вами поделюсь. Ну а на этом с вами был Вакод. Спасибо, что вы смотрели. Что-то я он, что-то он такой дерзкий стал. Ну, ладно. Спасибо, что смотрели. Всем удачи, ребятки. Подписывайтесь на группу, ставьте лайки, дизлайки. И адиос!